Редкое астрономическое явление наблюдали жители Хабаровска. Это было самое долгое лунное затмение за последние 500 лет. Местные астрономы, как профессионалы, так и любители, конечно же, не могли пропустить это событие. Наблюдали за ним и наши корреспонденты. Вечером 19 ноября тень Земли закрыла Луну практически полностью. Большая часть диска спутника приобрела красноватый оттенок. Наблюдать за этим явлением могли только жители дальневосточных регионов. Хабаровчане, которые увлекаются астрономией, не упустили такую возможность. Они вышли на Комсомольскую площадь с телескопами и предлагали всем желающим посмотреть на затмение через линзу. Оборудование позволяет видеть объекты и дальнего космоса, но больше все-таки предназначено для объектов Солнечной системы. Например, планеты Юпитер, Сатурн, Марс, спутник Земли, Луна. Ну, можно посмотреть еще некоторые кометы, если они яркие достаточно. Вот, телескоп достаточно компактный, поэтому я его использую именно, когда выхожу в город, чтобы людям показывать, ну, вот эти объекты, которые я, собственно, назвал. Максимальная фаза затмения пришлась на 19:00 по местному времени. Оно длилось почти 3,5 часа. Последний раз тень Земли закрывала спутник так надолго 500 лет назад. Следующее лунное затмение астрономы ждут 8 ноября 2022 года. Анастасия Привецкая, Марина Нестерович, телеканал «Губерния».